Приветствую всех на своем канале. Привет, Александр. Посмотрел твое видео. Вот, решил снять. В прошлом году я делал подобный тест бокового горения. В том плане, что как в пиролизном котле вот форсунка. Вот такая вот. С 20 отверстиями. 5 штук. Сейчас снизу поставлю. Вот так вот. Воздух снизу весь закрытый. Воздух подается только через колостники, вот только через эти вот отверстия выходит уже в теплообменник. А вторичка у меня отдельно. Вот у меня вторичка. Надеюсь, видно. Она у меня подогретая. На канале все, они есть у меня. Год назад я как бы экспериментировал, делал такие тесты. Сверху лежит просто уголок, чтобы уголь ссыпался, а не оставался на кирпичах. Был эффект сильный, получается, горение было рывками. Ну, сейчас попробую на одном ведре угля, даже, может, меньше маленько. Потому что в прошлом году мне как бы тест этот не очень понравился. Здесь я ничего не делал. Все то же самое. Во вторичке там уже золы полно, но это не суть как бы. В таком вот варианте как бы котел топится, у меня ни отложений, ничего, просто пепел. А, еще пользуясь моментом, сейчас покажу. Это зола с моего котла, мне как бы писали, спрашивали, остается ли у меня там уголь. Никакого угля нет. Она как древесная зола. Единственное, что у меня в угле попадаются вот камни. Они как бы прогорают, но они все равно в колоснике остаются, мешают. Приходится как бы вычищать. Вот они, камушки. Вот они разваливаются, вот камушки. Но они хрупкие. Камень выгорает. Порода, не знаю, что это такое. В золе у меня угля не остается. Хоть у меня прозоры в колоснике такие большие. Дымоход нынче добавил, как бы уже показывал. Еще и мачту добавил. Ну, об этом потом, видимо, сниму, скорее всего. А, кстати, с котла я вытащил ворошилку свою. Уже остыла. Сейчас для теста я убрал все. Тест это прошлогодний. В прошлом году я такое делал уже, но не снимал. Сейчас поставлю наклонный колосник. Ну и растоплю. Покажу, что будет дальше. Вот еще пока не затопил, как это все выглядит снизу. Низ весь у меня закрытый. Полностью. Воздух вот будет идти только через форсунку. Попадать через колосник, жаровый слой. И отходящие газы все будут ходить только через форсунку. Ну, принцип пиролизного горения. Только вторичка у меня появится отдельно дальше. Не на выходе. Сейчас затоплю. Посмотрите. Установила колосник наклонный. Дабы не делать большую зону горения. Вот он маленький. Там порядка 10 сантиметров всего. Ну и плюс наклонка там небольшая. Вот так все это выглядит внутри. Надеюсь, все видно. Слышно. Сейчас растоплю. Посмотрим. Котел я почти растопил. Вот он топится. Слыхать его. Вот он. Моргает это. Не видать. Ну вот он. Топится, там видать огонь. Пока стоит на розжиге. Грязненький, золу чистил. Странно. Смотрим еще здесь.
Пока ничего не видно. Разгорается все это дело плохо. Уголь уже разгорелся. Работает рывками. Как бы шахтный котел, по мне, так для пиролизного горения не очень подходит. Вот такое там горение. Уголь уже взялся хорошо, а горит нестабильно. Угля я насыпал чуть больше полведра. Для этого котла это минимум. У меня там объем горения довольно-таки большой. Сейчас он стоит в одноходовом режиме. Долго-долго разгорается. Сейчас покажу на улице. По сравнению с моей стандартной топкой, дымит как паровоз. Дым плотный. Ну, это пока еще, может, для него розжиг, но в прошлом году я это пробовал, мне это не понравилось. Потому эксперимент я с такой топкой прекратил. Если подкрыть верхнюю загрузку, то он прям гореть будет, трактор. А сейчас вот он рывками работает. Прям слыхать хорошо, сейчас поближе поднесу. Надеюсь, слышно. Рывки в горении есть. Вот он. Как бы боковое горение пиролизное в шахтном котле, это как бы... Мне этот эксперимент не понравился. Вот он. Непостоянное воспламенение получается. Вот он вообще перестал гореть. Хотя котел топится. Горения вообще там никакого нет. Вот так вот вспышками он работает. Может, у меня, конечно, время для разгона, но... Год назад я пробовал вроде такой эксперимент. Мне это не понравилось. Прошло 25 минут, температура не растет, хотя вся система у меня сейчас работает на котел, поднес весь стоит на котел. Но он разгорелся, перевел его в трехходовой режим, горение его. Сейчас сфокусируемся, так, где оно? Фокус поймал. Пламя стабилизировалось. Но видать только там три форсунки, которые есть. Боковые не видать через глазок. Думаю, газ у него маленький, меньше 100 градусов. Набирает долго, хотя работает сам на себя. Как бы в стандартной схеме, как я сейчас топлю котел, гораздо эффективней. За это время он бы уже 70 градусов набрал спокойно. Как бы, мое мнение, пиролиз для шахтного котла не очень хороший вариант. Ну и плюс то, что через форсунку, проходя зола, которая пролетает, чтобы почистить, придется каждый раз убирать кирпичи и вычищать золу. Ну, это в моем котле. У Валерия Петрикова там есть окошко смотровое, можно как бы через него чистить, но... Это дело каждого. По мне, так пиролизное горение, боковое, именно боковое горение,
не очень. Вниз я пробовал делать горение в пиролизное, вот у меня даже от эксперимента осталось. Отверстие подачи воздуха. Сюда я ставил автоматику, ставил вентилятор. Этот эксперимент я не снимал. Как бы горит вот так. Вот, я вышел на улицу. Дыму почти нет, но он есть, но его, видать, очень плохо. На улице у нас не холодно, у нас зима, конечно. Но на улице всего минус 7 было, сейчас не знаю. Посмотрю. Тоже сумерки. Время у нас около 5 часов вечера. А нет, побольше уже, минус 10 уже на улице. Сейчас маленько поиграюсь, да. Все верну на место. Вернулся в котельную. Горение нестабильное. Возможно, объема топлива ему мало, но больше догружать я его не хочу. Что смысла в этом не вижу. Потому что тест я уже такой делал. Мне он не понравился. Ну, дотопится, я уже снимать, скорее всего, не буду. Так что, надеюсь, видео было полезным. Набор температуры маленький. Идеально это, когда горение идет через жаровый слой. Его объем достаточный. Что на дровах, что на угле. И, Александр, еще вам хочу сказать, как бы, в котле у меня изначально нет никаких порожков. Когда я делал котел, да, я как бы ориентировался на котел Холмова, но в процессе сварки как бы понял, что это не тот вариант. Потом как бы переключился на котел Будерос, как бы у меня родственник купил Будероса. Я его посмотрел, как бы у него устройство было намного интереснее, чем у Холмова. Это трехходовой теплообменник. Ну и зона горения у Будероса по принципу этого котла смещена. Ну, как вы и говорили, синее пламя, бедное пламя. Тепла от него немного. Да, газы горят замечательно, все хорошо. Вон, оно прям хорошо в камеру, видать, оно просто синее аж. Так что выводы делать каждому. Лично мое мнение, шахтный котел, как бы у меня есть он под уголь. Как вот добился результата с наклонной колосником, с прозорами в колоснике. Ворошилку сделал. Скоро приду детали с Китая, дособираю ворошилку. Сделал автоматическое все. Лучше и не надо. На дровах топится замечательно, опилки горят. А вот пиролизное горение боковое как бы в этом котле не очень хороший вариант. Надеюсь, видео было информативным. Всем удачи. До новых встреч.